Это уже верховья реки Сысуя, недалеко от поселка Синегорск. Здесь остатки узкоколейки. Видимо, рельсы уже там давно все утащены, но мосты еще некоторые стоят. Река выглядит как довольно чистая, но нереста, очевидно, здесь довольно давно не было, потому что все камни покрылись толстым слоем обрастания, перифетоном. Вот, например. Мусор, давай в мусоре покопаемся. Какой мусор бывает? Пластик, еще. Стекло, еще. Бумага. Бумага, ладно, она может потом в землю уйти и раствориться. На газы и газ. Чего? Какой газ? Газовые баллончики. На бензине. Так. Бензин и масло. Это что? Нефтепродукты, да? Металл, хорошо. Еще какой мусор? Загрязнение какое бывает? Ну, у вас шахты же. Что у вас там на шахтах бывает? Газ. Нет, не газ. Обвалы. Что? Черная пыль угольная. Да, все что угодно. Вот вы в туалет ходите дома? Да. А куда это идет потом? Сюда, в речку. Точно? В море все идет. А вон нам подсказывает, что есть очистные у вас, оказывается. Они нормальные, рабочие? Да. Вроде да, поэтому рыба есть. Понятно? Ну вот, провели короткое занятие с отрядом хранителей живого серебра в селе Синегорск. Вот, дети, по-моему, узнали много нового, записались на дальнейшую работу. Будем с ними сотрудничать, курировать их проекты. Самое верховье. По-моему, это и есть речка Старых. Здесь плотина для подпора водозабора. Видимо, водозабор, ну, скорее всего, куда-то на шахты, а может быть и на поселок. Кругом развалины. А вот одна из брошенных шахт. Это вход в шахту, и он замурован. А вот вход, центральный вход в шахты. Вот по этим вот скобам спускаешься и туда, видимо, каким-то образом перемещаешься. Здесь вообще темно. Здесь стояли какие-то агрегаты, видимо. Вон какие-то осадки видны. Или это что, снег? Мне кажется, вот это и есть речка Сары, которая считается истоком Сысуи. Вот по этой тропе я ходил в свое время, на реку Тиабут переваливал. Озеро Колдовское и прочие замечательные места. Но эта тропа будет еще долго. И, по-моему, там впереди есть еще какие-то сооружения типа водозабора. А вот здесь речка выглядит довольно неплохо. Нормальная, чистая горная река. Может быть, мы там сделаем бегло биоиндикацию, пособираем насекомых под камнями. Вот, здесь шахта защищена вот этой бетонной стенкой. Речка выглядит гораздо чище,
чем ниже по течению. Есть кое-какие биоиндикаторы. И никаких открытых стоков мы пока не нашли. А эта плотина отсекает довольно приличную речку выше по течению, где могли бы быть нерестилища Симы. Высота этого препятствия около 1,5 метра, а ширина реки в этом месте около 6 метров. Вот, и сложено оно из крепких бетонных блоков. К сожалению, я не вижу возможности, только с помощью тяжелой техники можно ее разобрать.